Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Так, геройские задания, просто задания, ребят. Нанесите 30 единиц урона растениям-героям. Так, дальше идет. Разыграйте 3 горошины и разыграйте игру мозговитым зомби-героям. Разыграйте 3 горошины. Ну что, тут только одно, ребят, напрашивается у меня. Зеленая тень. Со своими горошинами. Попробуем. Так, нам дают разгром. Кстати, да, друзья мои, я накопил 1000 самоцветов, поэтому сегодня будем покупать паки. Уберу, пожалуй, вот это пока и вот это. Этого жалко, конечно, выставлять, потому что мне кажется, у него будет валун. А может быть, не будет. Но, скорее всего, будет. Но не сейчас. Сейчас он, конечно же, не сможет ничего сделать. Угу. Смотри, что творит. Бэмс, бэмс. Ага. Бомбить его? Я пока, наверное, не буду, ребят. Вышел. Так, а че он вышел-то сюда, ребят? Кого он сейчас бомбить будет? Даже так. Шесть здоровья у него, да? Давай своего тренера ставь. Нет, ты не стал ставить тренера. Кого мы уберем, ребят? Мы, наверное, уберем вот этого. Че вот это ему дало, я не знаю, ребят. Ой, прокачивает. Даже не видит, че, кого. Зачем, блин. А может, видит, да придуряется. Не знаю, ребят. Так, ну что. Поле ставим, да, и галактический орех, в принципе, все. А, убивает все-таки, да. Вот этого. Ну это глупо. Да все, 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 разгром. Хорош, успокойся нафиг. Это уже не смешно нифига. Плевок. И плевок. И все. Слушай, а горошин-то я не разыграл. Я разыграл фасольки всякие.
Но не горох. Да. Горох у меня там горошины эти. Кстати, подожди, а сколько у меня вообще горошин? Две. Две горошины. Чтобы создать, нужно 1000. Нет у меня такого. Вот это вот, я думаю, что, наверное, перебор небольшой, да? Да я даже как бы не знаю, что тут еще можно поставить. Может быть, этого? Или этого? Как скажешь, я вот... Возможно, друзья мои, я сейчас себе просто-напросто навредил, убрав этих двух парней. Так, у нас здесь идет Нептусь. У нас идет Нептусь. Первый ход у меня вот только кто. Ну давай я его поставлю. Естественно, у него, наверное, есть осьминог. Нептус есть? А, вон, вон куда ставит. Он его ставит туда. Он его хочет прокачать или что он с ним хочет сделать? Привет, Рэй, хорошая игра, спасибо большое. Я его могу выкинуть, в принципе. Этого шпиндякнуть, что ли, а? Сделаем так и так. Поехали. Броня-то не ставится, а? Так, ну сейчас кого бы он не поставил, мы его выкинем. Ах ты, гаденыш. Посмотрим, кто у него тут. Зомби с кровожадностью, да? Так. Короче, делаем следующим образом. Так.
И вот так. Ага, вон у него кто. Ну зачем вот это-то, ну? Сюда ему придется амфибию поставить. Угу. Так. Два, четыре, шесть. Привет, Фертипой. Фертипой. Давай, короче, сделаю вот так вот. Поехали так. И, наверное, вот так. Угу. Интересно, кого уберем, а? Я бы хотел, конечно, осьминога бы вот этого. Е! Ммм, как хорошо-то, друзья мои. А сейчас все будет, наверное... Ой, еще и это выпало. По-моему, все. Песенка спета. Ну, так, сделал дальше. А дальше-то что? Вот как. Все, да, на этом. Тогда сделаем следующим образом. Блин, там у него... Я не помню, что там у него будет. Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Поехали. Ой, зря ты это, ой, зря ты вот это вот и сделал, ты, конечно, парень. Ну, а дальше-то что? Мне сейчас любой горох поставь или кого-нибудь. Ой, тем более еще и вот так вот. Ну что ты вот сделаешь? Ну как ты прикроешь ту свою жопу, а? Спища. И это все, да? Это все, на что ты был способен? Ладно, ребята, разбомблю я его. Не поможет, не поможет. Если ты ставишь, так надо было ставить сюда. И все. Давай. До свидания. Ну, опять же, ребят, по-моему, с горохом-то не получилось у меня ничего. А, не, все отлично. Все прекрасно. Ошибку нанесите 30 урона растениям-героям. А, понял. Выиграйте игру мозговитым зомби-героем. Мозговитым зомби-героем. Мозговитый. Это, по-моему, вот этот парень, да? Мозговитый. Угу. Этот у нас мозговитый. Ну куда же без профессора мозговая атака? Понятное дело. Ну я не знаю, давай попробуем сыграть за
Как его звать? Из головы вылетело, как этого зомби величать. Что за колода у нас там? Ну, блин, я даже не помню. Че, вот это начинается, да? Фуфлагоночка называется. Когда ждешь, ждешь и не дождешься. Да. Попробую сейчас глянуть, ребят, что за колода здесь. А вот это вот зачем мне столько? Я что-то не могу понять. Ландшафты есть? Ландшафты есть. Ландшафты есть. У нас также есть и это. Бонусная атака. У меня всего один заморозчик. Ой, не знаю, ребята, напортачил. Сейчас там понаизменял в себе непонятно чего. Не в лучшую сторону, само собой. Ну, смотри-ка, мы нашли кого-то, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой. Капитан Огонек, высшая лига. Здравствуйте, блин, я ваша тетя. Да я уже даже... Я даже знаю, на чем он будет сейчас играть. На мховых комочках, скорее всего. Либо на этих... Банановые динозавры, или как они там зовут их. Скорее всего. Ну, что тут поставишь? Давай вот так вот сделаем. Наносит 3 единицы урона. Ты секешь, что он делает? А если я вот так поставлю? Так, ну ему крышка, понятное дело. Там пускай не обольщается. Это у нас от 5 идет. Давай так. Блин, огурец не в тему. Ладно. Огурец не в тему, конечно, здесь. Че, выкидывать огурец, что ли, получается, нам надо? Давай выкинем тогда этого хмыря отсюда. Пим-пим-пим-пим-пим. Thank you.
Ну, вон у него чё. Опять же, ребята, это огурец ему достал. Я больше уверен. Сейчас будем думать. Сейчас будем что-нибудь думать. Ну что же, поехали. Кокосовый орех. Так, ну что, надеюсь, сейчас сработает у нас что-нибудь. Давай сделаем так. Так, не забывай, что у него пикалинат этот будет. Так, три. Арбузик. Все, да, на этом? Давай, наверное, этого выкину отсюда. Найс. Сделаем вот так вот. Поехали. Смотри, у этого гаденыша сейчас еще сработает защита, а? Нет, не сработало, ребята! Акулочка, ребят, сыграла свое шикарное, так сказать, дело. Не зря я ее все-таки приобретал. Фух. Так, что там, нанесите 30 единиц урона. Нам одной единички урона не хватило, да? Чтобы выполнить это задание. Ну, я думаю, что можно его попробовать. А давай попробуем за разгрома. Да, я знаю, ребят, сложно за разгрома играть, тем более вот этой колоды, которая у меня здесь на Гаргантюа. Причем на ранней игре в последние разы мы проигрывали этой колодой. Ну что так долго? Что так долго ждать? Ну, я не понимаю. Ну чего тут ожидать? Блин, и как назло вызвали мне... Дали мне цитрона. Это вообще прям, ребят, не камильфо, если честно. Это прям вообще не камильфо. На бабах, как всегда, да? Ну, понятно, ребят. На бабах.
Поехали. Давай так поставим. Что он хочет, что он тут затеивает, а, друзья мои? А вот так вот, да? Так, ну что, этого... Это даст нам безумие. Ну, давай сделаем так, короче. И вот так. Поехали. Могилоед у него наверняка есть. А что он там может сделать, а, ребят? Сейчас работает защита у нас, я понимаю. Точнее, не у нас, а у него. Нет, у него не сработала защита. Да ты заколебал, а? Ай, пробьет. Наберет сейчас, нахапает, а? Сейчас, если орехи будут выставлять, буду получать урон. Угу. Все-таки разбомбит мне, да, получается? Вот этот вот гад сейчас наберет, нахапает. Тут сработает защита, блин. Даже не воспользуемся этим хмыренышем-то. Самое обидное. Набрал, а? Давай сделаем так. И вот так. Ну, заморозка это не страшно, ребят.
Да хоть ты за прокачку себе. Ему крышка все равно. Вот этому кранты, ребят. Ну и нам, наверное, тоже будут кранты. Пси. Все, по ходу дела, да? Давай сделаем так. Этого скинет. Нет, этого. Чего? Давай сюда поставим. Ну ты понимаешь, что мне кранты, ребят, да? Все. Тут я даже уже и так понял. Я ему не дам наслаждаться победой. Все, ребят, 30 единиц урона нанесли. И теперь сделаем ежедневку. Ранний доступ. Самозванцы разнообразят стратегическую колоду заморозга в высокие волны шумной веселья. И не переживайте, если их сразили, ведь они всегда приходят с друзьями. Ведь они всегда приходят с друзьями. Это они меня утешили, что ли, так, или что? Вот это, наверное, уберем. Они всегда приходят с друзьями. Сейчас что-то будет, ребят. Минус один на земле, да? А, вот как. Погнали. Ну что вы мне вот этих ханориков-то дали? Ну ядрен матрен. Ну... А, гриб. Это хорошо, ребят, что этот гриб. Иди сюда. Или лучше нам сделать? Да, лучше, наверное, вот так вот. Давай так сделаем. Да ладно. И сюда сейчас, да? А у нас пошел добор. Давай я вот так поставлю. Вот так. И вот так. Достало, а? Почему бы тебе, парень, не... Так. Почему-то ты немножко не так сделал, как надо было. Надо было вначале этот гриб поставить, потом этот. Обидно. Что распетрушил ты мне всех, пацанчик. Очень было сейчас неприятно. И ландшафт нет. Нет, 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 нет. Не ландшафт, друзья мои. Далеко не ландшафт. Вот уж шлепок, а. Нет, заморозку я пока делать не буду. Зачем ее сейчас делать? Памс. И памс. А потом уже заморозку сделать можно. Ну, тогда только так, ребят. Тогда только так. И заморозку делаем. Чтобы не получить урона, я имею в виду. Погнали.
Ландшафт надо менять, ребят. Надо было бы менять. Давай сделаем так. Да и все пока. Так, это уберем. Ну и чтобы поменьше урона получить, вот так вот сделаем. Поехали. Твою налево. У него опять, ребята, блок. Ну давай так глянем. Ну и все, тогда до свидания. Прямой наводкой. На! Грибничок тоже мне нашелся здесь. Ясен перец, ребята, разнес в хлам просто. Решил он там пособирать мне грибочки. Так, ну что, друзья, прошли. И теперь, что? Теперь идем за... подожди. За наборами. Можно было бы, в принципе, и здесь приобрести. Можно было бы. Тут тоже хорошие, ребята, карты есть. Давай, наверное, этот возьмем, потому что мне вот это вот надо бы. Цветочек. Так, этот, да, я смотрел. Ну что, приобретаем. Ребят, 11 паков. Вскрываем. Фух, была не была. Ну, хоть какая-нибудь легендарочка, надеюсь, выпадет мне. Фига себе. Так, редкие пошли. Что тут дофига он надавал нам, конечно, карт. Так, танцоры, Гаргантюа выпал. Мега редкие есть. Крокодильчик, это, кстати, хорошо. Подсолнух. Да ладно, ну вы серьезно? Вы вот... Вы это сделали специально, гаденыши, да? Они мне дали очень много вот этих вот карт необычных. Но зато легендочку не дали. Ну, ребят, ну что я могу сделать? Вот пожадничали они. Ну что, я в свое время буду закругляться, друзья мои. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.